Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Plague Tale Requiem. Итак, мы с вами продолжаем. Теперь нашим детям надо выйти и найти лодочника. И по вашей просьбе я поставила китайский язык в озвучку. Но долго я не буду китайничать. И, честно говоря, я сейчас тоже за кадром послушала. Я не нашла ничего такого смешного, в общем-то. Ну, язык и язык себе. Оно, конечно, звучит непривычно, особенно для нашего европейского слуха, да? Ну, как вам сказать? Как есть, так есть. С другой стороны, я, ну, скажем так, не знаю. Может быть, поскольку я уже привыкла слышать всяких языков, каких только языков я на своем веку не наслушалась и не наобщалась. О, цветочек. Какой красивый. Возьму его для Гуга. Кажется, это горчавка. Симся-симся. Так, итак, давайте-ка посмотрим гербарий. Где у нас гербарий? Так, это что такое у нас? Это изготовление. Гасит огонь. В рюкзаке нет места. Подожди секунду. А, вот здесь мы можем полистать. И, кстати, посмотреть, как развиваются наши навыки. У нас осмотрительность идет хорошо вверх и приспособление. Агрессия, как ни странно, у нас не продвигается. Итак, мы нашли горечавка. Горечавка? По-моему, как-то оно по-другому называется. Горечавку используют для очищения ран. Из корней можно варить кисло-сладкую настойку, которую пьют для повышения аппетита. А также используют как слабительное и укрепляющее. В смысле, в одном средство. Ну, наверное, слабительное, а укрепляющее общее здоровье, скорее всего, потому что это было бы странно. Пеллини старший утверждал, что название этого цветка происходит от имени Генсия, последнего царя Иллирии, который использовал горячавку для лечения ран. Так, яркие цветы горячавки царицы гор символизируют боль и скорбь. Подарив кому-нибудь букет из таких цветов, вы выразите свое презрение к получателю. А, так не надо, это самое. Не надо Гуга дарить этот цветочек. Чё ж мы ему презрение будем? Так, вот поэтому мне и показался странным вот этот вот кармашек. Так. А ну-ка. Вот, горшочек. А и мы его переработали в элементы. Потому что у нас есть такая способность. А там больше ничего? Да, наверное, больше ничего. Я, честно говоря, думала, что вот эта лодка. Ну, это было бы, наверное, так просто, да? Чтобы эта лодка была нужной нам. Как бы не так. Так, здесь по водичке мы проходим. Горячавка. Слышала я это название. Не часто оно попадается. По латыни оно называется как-то по-другому. Этот цветочек. Так что не дарите букет горячавке. Ну, если вы не хотите выразить презрение. Так, там горит факел. И манит. Да, мы с вами и направимся. Надо переключить, кстати, китайский обратно. Ух ты, это рыба такая тут. Да. И какая-то кровища в лодке. Подумай столько. Всего несколько дней назад это был мирный, прекрасный город. Народ веселился, была ярмарка. И тут приехали мы. Угу, а вон и сундучок. Сундучок. Так. Кстати, о сундучке. Угу. Ничего нам нельзя сделать, поэтому забираем, что есть.
сфера. Что еще? Специально смотрю. И селитра. О, так, раз сфера и селитра, то это что-то новое, да? Это у нас огонь. Ну все, да? Ножа нету. И прошла сохраночка. Так, ну раз сохраночка пришла, пришла. Пришла сохраночка. Давайте-ка я все-таки вернусь. Параметрам и сделаю язык. Немецкий. Вот. Бегом, вы должны быть уже у ворот. Вон они. Ставь меня в покое. Нельзя разбить эти горшки. Городу нужны целые горшки. Все, никаких споров. Нам надо отсюда сваливать. Короче, в Гиене остались одни только массовые захоронения. Ну и амнисия, конечно, говорит, да-да, и вы тоже. И вы тоже туда. Скоро там будете, все там будете. Где он там обходит? Мы там можем обойти? Нет, не можем. Сейчас мы все осмотрим. Там вот наверху целая проходочка есть. Ну и, естественно, наш умненький Лука прямо знает, куда идти. Он прямо-таки знает, куда идти. Мы тоже за ним пойдем. Угу, так, все, прогулочка закончилась, да? Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Да-да, вот именно то, что их всех тут запрут, это только все будет хуже. Для крыши. Открыть ворота. Эй, салаги. Приказ ясен. Пока не доберемся до места. Так, наша жизнь от этого. Так, посмотри на эти стены. Да, быстро они их построили. Они преграждают нам дорогу. Ага, то есть они недавно построили эти стены, да. И нам не добраться до лодки. Еще бы понять, куда именно нам добираться. Тут рыба сушится. Офигеть, блин, сушится, да? Под проливным дождем. Так, внизу стоит стражник. Здесь, здесь, здесь. Черт возьми, Лука, я не знаю, куда нам. А, вот, здесь можно вниз спуститься. Так, а если мы пройдем здесь... Вороны что ночью делают? Что это такое? Нет! Нет! Блин! А я же еще... Я же еще не посмотрела там наверху. А-а-а. Я думала, что можно открыть. Подожди, а я могу еще наверх влезть? Нафиг вам. Ага. К воротам, сказала амнисия. Ну какое к воротам? Тут вон ходит. А мы решили никого не бить. Черт, а там столько сундуков было наверху, по-моему. Вот и здесь есть. Нам все нужно, и все. Ножик бы где-нибудь еще найти. Солдат, bitte, wir müssen uns vorbeischleichen.
Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Я вижу нож, я вижу нож, я вижу нож. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Да, нам приходится только молиться. Может быть, я смогу навестить свою матушку, говорит этот солдат. Так, а как же мне мимо них шлящин? Ага, и тут все закрыто. Там стоит этот. А как бы мне его... Не знаю, откуда этот герой. А? Не-не-не-не-не, никого, 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 никого. Да-да-да-да-да, отвали. Отвали, отвали. Куда он пойдет? Блин. Да ничего там не было, да, тебе показалось. Черт, и он пошел сюда. Вот черт, а ты идешь сюда. Мне все начинает тяжело дышать. Черт. Зельпст, алло. Побежали. Мы решили не бить. Я могла его, конечно, сейчас... Не-не-не. Ну, мы решили никого убивать. Мы решили никого не убивать. Черт. Надо было мне не туда. Аутсумтор. Так, а, подожди. Мы опять отсюда. Ай, сейчас так хорошо они были в стороне. А теперь они, видишь, опять сюда пришли. И что делать? Солдат, bitte, wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Так, ну как говорить, что где-то в стороне можно обойти? Ну только наверху, наверное. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. А, нож. Подожди. Нож мы еще не забирали. Verdammt! Verdammt! Беги, Амнисия! Ну там же можно было пробежать мимо! Да ну к чертовой матери! Ну, с другой стороны, их там двое. Даже если бы мы сейчас их порезали, ну, в смысле, нож применили на одного, то оставался второй. Ладно, не будем спешить, я просто уже начинаю торопиться. Ну, не будем торопиться, будем сидеть тут. Гаусёру, извините. Ну, из песни слов не вынешь. Так. Давай, разворачивайся. Они каждый раз ищут вот это. Солдат, bitte. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Jojo. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Зачем я спрыгнула в этот дурацкий люк? Да, вот видите, я поспешила тогда кидать камень, а он сейчас сюда пошел. Здесь я уже никуда не обойду. По крайней мере, я не вижу. Тем более, этот смотрит в эту сторону.
Так, ножки взяла? Да, взяла. Пошли, Амнисия. Нам надо очень быстро с этим совсем справиться. Was ist hier los? Alles sauber. А отсюда-то куда? Блин. Что я сюда залезла-то? Хорошо, подожди. Что нам тут надо-то? Где-то что-то... А, вижу, вижу, вижу доски. Так, ну доски-то я вижу, а внизу что же были эти самые... какие-то припасики. Рискнуть и сбегать вниз? Наверное, я рискну и сбегаю вниз за припасиками. Сейчас этот развернется, отойдет. Да, там, конечно, кучу вообще мы пропустили, но что делать? Так, этот теоретически не должен заметить, который стоит. Он стоит спиной. Давай, разворачивайся, отвали. Так, здесь ничего, мне нужно сюда. Да ты можешь быстрее ползать. Так, спирт и селитра. Ждем-с. Там вроде нету ничего, да, вот в том конце. Давай-ка я еще гляну. Не, ничего. А! Нет, сюда мы не пролезем. Можно было сразу туда, в эту дырку, пролезть. Окей. Ждем и потом туда, очевидно. Вон в заборе там есть проломчик. Да, можно было не устраивать весь этот чехарду с киданием камней, а вот здесь вот была внизу под нами щель. Ну, кто ж ее видел? Она становится видна только когда ты подходишь прямо вот так вот вплотную. Так, можем мы здесь? Можем. Давайте, давайте, детишка. Детишки, давайте. Что ты творишь? Не дрова везешь? Я стараюсь, как могу. Нет. В смысле? Это прямо как после побоища выглядит. Что здесь случилось? Давай, поехали, пошли за телегой и... Смотри в оба глаза. И что здесь? Они опять повторяют те же ошибки. У них там с телегой не получается. То есть, крысы. Мы не можем здесь оставаться. Шевелитесь. Слушай, ну такие крики, это явно крысы. Это, мне кажется, сейчас крысы вылезут, да? Да? Я права? Да. Да, им нельзя шуметь. Поздно.
Этого не может быть. Их слишком много. И как мы там проберемся? Понятия не имею, но я вижу сундук. Лужа на земле натекла. Пахнет смолой. А смола горит. Попробую поджечь. О, боже мой, боже мой. Так, я так понимаю, что все, можно тут не прятаться. Тут не от кого прятаться. Так, а куда? Подожди, ну-ка давай-ка. Туда? Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Так, осторожненько с пламенем теперь, говорит Амнисия. Нам бы не обжечься. Так. Так, ой, уже пошли элементы. Вот это мне надо, конечно, всегда смотреть внимательнее. Вот они, вот они, вот они. Сколько шкурок пропадает. Какие шубки могли получиться. Боже, откуда у меня эти мысли. Так, слушай, смотри. Там вот у нас что. Там что-то горит. О. Жаровня, можно толкать. Смотри, тебя сейчас съедят, толкун. Так, хорошо, можно толкать. О, тут кого-то. О-о, просто разгрызли пополам. Офигеть. Так. Все они делают неправильно. В Марселе у Ордена есть особые дома. Оборудование, специалисты. Типа Вадона? И чем, по-твоему, все это закончится? Здесь нам все равно крышка. Так, а что я хочу? Я хочу, чтобы лето не кончалось. Так, нам назад. А мы можем развернуться как-то на месте? Я не хочу, чтобы крыши откусали мне попу. Куда-то вперед, наверное, надо двигаться, да? Давай посмотрим, где мы что еще можем, что найти. Пока ездим с этой жаровней. Так, вон там лестница какая-то. Ага, идет наверх. Давай сожгем их прямо здесь. Так, я могу забраться наверх? Ребятки. Тут сундучок. С ножом. Ёлки, ну что делать? Давай открывать. Нам нужны инструменты, нам нужна прокачечка. Так, есть тут у нас инструменты? Да, вот это и был инструмент. Так, давай тогда... Давай-ка займемся. Займемся мы инструментами. Ага. А следующие сколько нужно будет? Тоже два инструмента. Улучшаем. Не ради того, чтобы без верстака, а ради того, чтобы добраться до третьего. Вечный инструмент, чтобы получать свое снаряжение без затрат на инструменты. Вот. Вот. Для этого нам нужно... Ах, три инструмента нужно. Ладно. Ладно. Ну, как я и говорю, цель была именно сюда. Так. Что это я не могу сделать? А у меня нету чего-то, да? Ой, ладно, пошли. Так.
Ну вот, уже не зря сюда приехали. Так, тут у нас горшочки там лежат. Да, пянти. Исчадие. А, да. Ну, давай, толкай, миссия. Да не на лестницу. Это что-то... Я не могу, это чисто морально сзади слышать этот писк, я не могу. Давай, Лука, будем толкать ее вперед, потому что, как я и говорю, это страшно. Где-то я тут горшок видела. Я не уверена, что он нам нужен. Ага. Тихо, спокойно. Где же тут светился-то горшочек-то? Странно, он что, разбился? Ладно. Был же горшок. Так, поехали дальше исследовать все. Да, это очень неудобно с этой телегой, но зато как-то вот спокойнее, безопаснее, наверное. Дальше нет дороги. В смысле? О, какая гадость, ваша заливная рыба. Так, ну здесь мы еще пройдем. Так, опять у нас лагануло. Жозефс бот. Корабль Жозефа. А что мы взяли, что мы, у нас все это никуда не откладывается? Так, ладно. Ой-ой-ой. Так, давай-ка продвигаться дальше. Еще больше крыс. Здание. Ага, туша висит. Что мы можем сделать? Нам туда надо пройти. Там тоже сундук. Но мы, если потратим сейчас горшок... Горшок ценнее, чем, наверное, все, что мы найдем в этом самом ящике. Поэтому, ну что делать? Не, только не горшок, ты чего? Тушим фонарь там. И кидаем туда тушу, да? Блин, как же все это неудобно сделано, я вам скажу, честно говоря. Надо мне посмотреть, наверняка где-то есть быстрые кнопки. Так, смотри, мы сейчас дойдем? Да, мы дойдем. Даже без фонаря. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. А, надеюсь, что мы пройдем. Так, все, мы посмотрели тут, да? Ну, поехали. Давай попробуем здесь пройти. А здесь крыс нету, что ли? Я сильно сомневаюсь. О, они тут развели. Ну и запах. Смола. Я крыс не слышу. Ну, где-то они тут были. Подожди, а что вот здесь у нас? Von innen abgeschlossen. Изнутри закрыто. Ага. Зачем мы сюда пришли? Так, это смола, которую, очевидно, мы можем поджечь, да?
Gott. Was ist denn das? Что это вообще за место такое? Это смолокурня. Тут они, наверное, смолили днище лодок. Здесь по-прежнему все в сохранности. Нас пахнет по-другому. Древесная смола. А бочка наверху — это разбавитель. О, нет! Они следуют за нами. Без паники. Здесь есть смола. Надо только применить разбавитель, и у нас будет целая банная смолы. Но бочка высоковата. Так, короче, какие-то веревки, чего-то там крутит, и мы должны туда пробраться. Короче, я так понимаю, да, тебе там нормально, Лукас, там тебя никто не ест. Ага. Ну вот, давай, мы же здесь можем пролезть. Все, понятно. Нет. Вот та дверь, которая закрыта. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Да-да, не будем мы долго возиться, хотя мы будем долго возиться. И даже... Gut. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Резервуар ты возьмешь ja, на себя. Geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Забирайся наверх, короче, Лука. А мы будем двигать платформу. Говорит амнисия. А, это мы не можем. Мы спирт не... Нет, слушай, Лука, подожди. Знаешь что? А если там будут бочоночки, давай-ка наоборот. Давай наоборот. Я осмотрюсь. Вот, я сначала осмотрюсь, а ты будешь... Да, тем более там есть... Знаешь что, Лука, давай-ка. Сейчас я тебя поставлю сюда. Амнисия! Вот, как там было поставить сюда Луку? Альт, да? А с чего он решил, что он туда пойдет? Я не хочу, чтобы он туда пошел. Там есть эти самые... Лука. Давай учиться. Подожди, как это было? О, горшочек. Горшочек мы превратили опять в элементы. Нет. Значит, будет Лука все это делать. Ладно, что делать? Не хочет он вот через Альт, не хочет он сюда приходить. Понимаете, в чем дело? Ладно. Ja, Kurbel bis zum Ende. Nochmal. Ну как? Не отпускай, пока я не скажу. Можно. Ну, держись, Лука. Держись! Давай назад, к резервуарам. В смысле? Разбавитель — это спирт. Так. Ну, ты готов? Давай-ка мы не подгорим тут только. Мы можем сделать смолу. Выливаю. Ты знаешь, сколько надо? Я делаю на глаз. Ты только нас не взорвись. Готово. Думаю, можно поджигать. А мы не можем отсюда взять палку и бросить.
Я! Получилось! Так, Лука, а дальше как? Хорошо, предположим, я здесь пройду. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Да, я тут застряла. Sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Они еще с чем-то тут экспериментировали. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Я тебя сброшу вниз, говорит он. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Ловить? Подожди. Где, а где ты вообще есть-то, Лука? Где он? Мне кажется, он где-то там наверху. Где он? А, там? Я не уверена. И видно, мне придется все-таки поближе подойти к нему. Да, но как? Ой, кровь, кишки, расчлененка, все, как мы типа любим. Вот я почему и не хотела. Я думала наверх забраться, там бы мы как-то проще. Видишь, он там бегает поверху, туда-сюда, там вон сундук стоит огромный. А как мне теперь? Не, я понимаю, что я могу, наверное, бросить горшок или что-то сюда. А как иначе я от него поймаю? А, вот, Альт, давай. Ага, теперь мы можем изготовить смолу. Офигеть. Черт возьми, горшок. Ну, а теперь поджечь, я тогда понимаю. Так, а следующая, она полным-полна смолы. Емкость. Привет, Лука, слушай, как бы мне туда... Да вы что, вы издеваетесь? А, оно выгорело. Я думала, оно будет долго гореть, оно выгорело. Черт побери. Понятно, давай. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Ну что ж, будем знать теперь. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt. Короче, долго не ждем. Я что, сгорела, что ли, где-то? Не понял. Ну, здрасте! Ну, как так-то? Что за фигня? Я что-то я не пойму. Тут же был огонь. Так, день сурка, блин, начинается. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt.
Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Ну вот. Какого черта они меня там сожрали? Как мне забраться наверх? А никак. Ты меня спас. Это была смола. Я тебе благодарна. Ну, не за что. Мы все равно доберемся до сундука. Надеюсь, тут что-нибудь есть полезное. Я думаю, что тут есть полезное, поэтому... Нет. Давай мы сначала изготовим то, что мы можем изготовить. Не можем. Это были элементы. О, инструменты. Инструменты, отлично. Так, древесная смола. Ну-ка. Отлично. Ну ладно. Ну ладно, только мне кажется, что нам понадобится вот это. Хорошо, Лука. Сундучок мы забрали. Куда дальше? Ну, очевидно, сюда больше некуда, да? Так, ну вот, все мы тут, да, забрали, что можно было. Но больше я ничего не видела, по крайней мере. Там где-то был незабранный спирт, по-моему, который к нам не забрался. Я туда уже не полезу. Давай! А миссия? Лодка должна быть где-то там. Ну, я в этом не уверена. А миссия, послушай, насчет Гуга. Твоя матушка с магистром Ваденом тогда так на меня насели. Я виноват, напрасно их послушался. Просто я оказалась не готова к такому. Я не могу его потерять. Мы сделаем все, что нужно, мы справимся. Здесь ничего нету. А здесь крыс еще нету? Странно. Ну, похоже, что они тут уже были. Так, ну что, музычка отыграла? Да, слушай, кровище, кровище, кровище. Так, можем сюда. И... И только сюда. Где мы оказались? Страшное место, лодочный сарай. И сохраночка, что еще страшнее. А не знаю, что меня так пугает. Так, дай-ка все-таки побегаем, посмотрим, друзья. Ну, потому что, во-первых, нам нужны инструменты в больших количествах.
Один мы нашли, нам нужно еще два. Нож, по-моему, мы сломали уже, да? Еще нужны ингредиенты. В общем, много всего надо. Ну ладно. Бояться нам нечего. Говорится. Сохранка есть и вперед. Ага. Опять какие-то крутилки. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Лодка Жозефа, а где это? Я не видела лодку Жозефа. Sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Все в крысах. Смотри, резервуары. А там бочка с разбавителем. А они тоже здесь сделали смолу. Ja. Thea, ich komme. Was für ein Tag. Да, да, да. Будем делать опять смолу. Что ж все? Мне нужен... Но я ничего не могу сделать толкового, да? Ладно. А вот сейчас могу. Серы нужно много, однако. Так, Лука. Ты говоришь резервуары? А что у нас тут? Веревка лежит. А, мрази. Мы с ними так хорошо сотрудничали, кстати. Вот здесь что-то такое набеленное, типа можно залезть. Но нет. А, предыдущий-то. В предыдущем прохождении. На gut, mal sehen, was du bewirkst. Так, для чего ты? Сейчас посмотрим. Ага, мы двигаем бочку. Эй, вы кто? Мы тут просто хотели пройти, только не тут, я сам здесь уже застрял. Помогите мне выбраться. У нас есть план, вы можете добраться до этих мостков? Да, но мне понадобится ваша помощь. Они подняли мост. Я это исправлю. Да? Мы будем сотрудничать с этим самым? Со стражником? Черт. Я, наверное, не стала. О, это было неожиданно. Секундочку. Он вроде нормальный. Ему страшно. Держите свой разбавитель. Кажется, он не в курсе, что мы сбежали. Ну или не догадался. Так. Вот. Что теперь? Мне не нравится эта музыка. Они не любят огонь, да? Да. Отлично. И как вы теперь подожгете? Ну, у нас есть свои средства. Я факелов не вижу. Спокойно. Говорит Амнисия. Сейчас увидите. Да, у нас есть свои средства. Так, уже неплохо. Что ты такое туда кинула? Это, ну, самодельная штука, алхимическая. Алхимическая? Мы это не одобряем. Зря, потому что алхимия сейчас спасет вашу жизнь. Солдаты. Отлично, что дальше? Там еще два резервуара. Так, иди на переход.
Ну, давай. Так давай же, этот, Лука. На какой еще переход я пойду? А, Альт. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Na gut. Короче, я на ней. Что ты тут делаете? Мы бежим из города. Вы знаете, что комендантский час? Да, мы знаем. Люди так или иначе помрут. А, ну ясно, понятно. Лука. Подожди. Штук-цурюк мы еще успеем. Черт, нужна сера. Так, есть здесь у нас еще что-нибудь? Ага. Так, Лука. Hey, lass gut sein. Geht klar. Да. Klasse, genau richtig. Erledigt. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Поджигай. Поджигай. Не-не-не, только не смолой. Черт. Да амнисия же. На bitte! Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Так, можем мы еще сделать? Не, не можем. Так. Здесь мы забрали. Подожди, я же брала ингредиентов. Почему я ничего не могу больше сделать? Странно. Ладно. Так, этот самый преграждает путь, он говорит. Ну, давай поднимать. Корабль, да? Что я сделала? А. Dein Einsatz, Lukas. Sofort. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Lukas. Lukas. Lass es. Ja, sofort. Слушай, а там сундучок. Und fertig. Für das Amnesia. Поджигай, амнисия, поджигай. Ой. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Lukas, иди сюда. Все, путь свободен. Амнисия, осторожно, нас могут тут сожрать. Так, надо сделать теперь то, что надо сделать. Стоим здесь. Мы можем сделать смолу. Это не можем. Смола. Это не можем. Это не можем. Так, ну все. Че дальше? Лукас, ты где? Где он есть-то?
Где Лукас-то? Сказала, что он может идти сюда. А, подожди, так мне надо ему тоже лодку поднять, да, я так понимаю? Окей. А на чем я поднимала лодку? На этой штуке, да? Миссия. Да ну в чем же дело? Почему я не могу ее поднять? Должна? Свет туда не достает. Должен быть какой-то путь. Просто брось смолу прямо в огонь. Он ненадолго. Ну да, должно сработать. А в какой огонь себе бросить смолу? В этот или в тот? Наверное, в этот. Или в тот? Нет, в тот. Естественно, в тот. Meine Augen. Hat perfekt geklappt. Danke. Das war ziemlich clever. Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Ну так давай проходи, Лукас. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Так, теперь я могу что-то сделать? Фастгешафт, так, можешь снова стрелять из этой своей штуки? Я тут застрял. Да. Ой, нет, 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 только не горшком. Что ты делаешь? Давай. Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hat. Осторожнее, 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 да. Das habt ihr gut gemacht. Отлично сработано. Ich bin froh, dass ihr das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ну что, мы пойдем? Нам пора. Я провожу вас домой. Вообще-то нам надо туда. Даже не обсуждается, вы идете домой. Пожалуйста, мы же вам помогли. Закон есть закон. Пропустите нас, иначе пожалеете. Сегодня напали какие-то девицы-мальчишка. Это вы! Вы! Чего с ним сделать? А, ослепить его. Блин, его мыши съели. Шайса. Я не хотела, чтобы его съели мыши. А как мы теперь здесь пройдем? А как мы теперь тут пройдем? Так. Тогда долго готовились. О, нет, только не горшок, подожди. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen. Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht! Geschafft!
Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Скайб, он вообще вот сюда вот подошел. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. На нас напали девчонка и мальчишка. Это вы сбежали. Du könntest ihn blenden, Amicia. Mit dem Teer. Ich nehme die Gerechtigkeit selbst in die Hand. Давай, Герешечка, иди сюда. Да не ец, Лука, давай. Быстрее. Теперь побежали. Так, стоп. Да блин, горшок, я сказала. Черт, это не то. Кидай! Да что ж ты будешь делать? А как здесь проходить? Твою же мать. Я прошу прощения за ругательство. А как здесь проходить? Или мы сначала пройдем, а потом уже в него будем кидаться? Давай, наверное, так и сделаем. Ну, здесь хоть два горшка кидай. Ну, ты посмотри, что творится. А как мне здесь пройти? Ну, придется кидать два горшка. У меня горшок, да? А больше нету горшков. Так, понятно. Смолу надо кидать. Дать смолу, потом поджигать. Так, наверное. Или горшок со смолой. Вот, точно, горшок со смолой. Нет, подожди, Амнисия. Горшок со смолой. У меня всего один горшок. Значит, смотри. Мы берем горшок. Пустой. Он предмет простой. И поджигаем его. А как мы там пройдем тогда? Замечательно. Хорошая идея. Но мы здесь сгорим. Черт побери. Более того, и там мыши остались. О-о. Я не знаю, что делать. Я вам прямо так вот честно скажу и откровенно, я не знаю, что делать. А если я просто кидаю смолу, я же ее не поджигаю, да? Сейчас мы так или иначе начнем сначала. Да, вот если просто смолу, и мы ее не поджигаем, да? Пустая трата. Здесь мы тоже никак не проходим. Так, тогда я не знаю, это, как говорится, моральная дулемма или еще какая-то дулемма. Не, мы можем его и прибить, этого стражника. Итак, смотри, он сюда приходит с факелом. Он разгоняет, в принципе, этих крыс, но близко мы подойти не можем. Мы можем бросить горшок у него перед ногами. Пока там трали-вали, тили-тили, мимо него пройти.
И только потом уже в него запулить этим самым дымом. Да, теоретически мы можем сделать и так. Но больше я не вижу никаких способов. Так что... Начало раздела. Пока у нас еще все в руках, как говорится. Вместе с солдатом переберитесь через док. Хорошо, давай попробуем. Ну, либо его прибить, все-таки прибить, но совсем рано, и пока его там жрут, мы переберемся. Но я, как говорится, не буду врать. Я видела, что в Стиме есть ачивка, которая позволяет сделать так, чтобы солдат остался живой. Вот. И я, естественно, не смотрела, как это делать. Ну, давайте попробуем это сделаем. Собственными силами, блин, если ты не будешь подгорать. Хорошо сделали. Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Nein. Сказали, мы и сдохли. Ладно, друзья, давайте-ка я перейду к началу раздела. Следующую серию продолжим. Продолжим попытки. Прямо вот отсюда и продолжим, раз у нас тут есть сохраночка. Но теоретически это можно было сделать вот сейчас. Только амнисия у нас побежала не в ту сторону. Надо бежать в сторону. Смотрите, где у нас там свет. Вот туда, в ту сторону, где факелы. Мы потратим на это, конечно, кучу всего материалов. Но, тем не менее, я думаю, что... должно получиться. Так что увидимся с вами в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.